Ученые выяснили, сколько пластика в бутилированной воде. Исследования показали, что в организм человека вместе с водой из бутылок попадает микропластик. Одна бутылка может содержать десятки или даже тысячи микроскопических пластиковых частиц. Ученые из Университета штата Нью-Йорк выяснили, что в среднем вода из бутылок содержит 325 частиц микропластика на 1 литр. Их выводы размещены на сайте World Media. Отмечается, что в своем исследовании химики изучили 259 бутылок воды из 9 стран из Европы, Африки, Азии, Северной и Южной Америки. Среди отобранных экземпляров были представители известных мировых брендов. Химический анализ показал, что из всех бутылок лишь 17 не содержали следов микропластика, в то время как в остальных было найдено до 10 тысяч частиц этого вещества на литр. Большинство частиц оказались размером от 6 до 100 микрометров, что приблизительно соответствует толщине человеческого волоса. При этом большая часть микропластика оказалась полипропиленом, из которого изготавливаются крышки бутылок. Ранее ученые выяснили, что микроскопические волокна пластика, которые отслаиваются при стирке синтетической одежды или от шин автомобилей при езде, являются одним из основных источников загрязнения мирового океана. Ученые нашли гусениц, которые поглощают пластик. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://micrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.